Здорово, катаны, Вован на связи. Знаете, в супермаркетах время от времени устраивают акции, когда предлагают попробовать что-нибудь. Сырок там какой-нибудь, колбаску там, еще что-то возможно. Вот, и раздают все это дело, как правило, такие довольно симпатичные девушки из плоти и крови. В Японии это дело называется торговый показ товара в действии, и некоторые производители, видимо, решили, что зачем платить деньги реальным людям, если можно использовать вполне себе симпатичную, но нарисованную девушку. Один чувак под ником Рюсей бродил, видимо, по магазину и обнаружил сей артефакт. По-другому не скажешь, потому что я это когда увидел, ну, даже на видео показалось каким-то колдунством. Нет, я, конечно, понимаю, как все это работает, догадываюсь, но, скорее всего, за всю жизнь этого не увижу, если только не съезжу в Японию. Так вот, чувак заспотал одну такую девочку в супермаркете, она раздавала пробники пива Асахи. Собственно, снял видео, выложил в Твиттер. Для японцев это ничего особенного абсолютно. Ну а всяким гайдзинам, и в том числе мне, это показалось дико интересным, и я немножечко покопался в интернете, нашел еще там несколько видео, собственно, о чем спешу вам рассказать. И как оказалось, они у них стоят повсюду вообще. Не только продают какие-то вещи. Один, например, вот стоит в аэропорту В общем, стоит в аэропорту на входе и встречают приезжающих. Говорит, дескать, добро пожаловать в Японию и все дела. Welcome to Japan and welcome to Narita Airport. Много в каких банках стоят такие же манекены, там какую-то информацию клиентам рассказывают. А на праздники их даже переодевают в разные одежки. Вот конкретно вот этот, например, в виде какого-то Санта-Клауса. Очень интересно. На этом я, пожалуй, свой видос заканчиваю. А вы, ну, если хотите, конечно, я оставлю ссылку в описании. Там есть целый канал, где вот таких девочек, ну, просто море. Чувак, видимо, ходил, специально записывал все это дело. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, заходите обязательно в группу ВКонтакте, заходите на стримы также, там бывает весело. Удачи!